Фестиваль товаров из Корейской Народно-Демократической Республики пройдет во Владивостоке до 30 июня. Всего будет представлено 60 стендов, включая продукты питания, косметику, одежду, игрушки, товары для дома, мебель и многое другое. Уважаемые наши корейские друзья, я рад вас приветствовать. У нас на территории Приморского края в преддверии выставки товаров народного потребления, которую мы впервые за много лет открываем завтра на территории Владивостока. Это еще один шаг к нашему дальнейшему углубленному сотрудничеству. У нашей страны большой интерес к КНДР, к ее культуре, к ее товарам. Еще один важный аспект сотрудничества – участие Приморского края в большой международной выставке товаров, которая состоится осенью в Пхеньяне. Также на встрече стороны обсудили транспортную доступность. Речь шла о возобновлении железнодорожного пассажирского сообщения и развитии авиасообщения между странами. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.